Кто-то подходит к воротам. Открывайте. Он тут уже бывал. Эй, Дика. Как думаешь, Дики что-нибудь чувствует? Ну, там, из прошлой жизни. Чай, радость. Сент-Джон, у меня к тебе дело. Коуп. Ты же хочешь, чтобы Мэнни починил твой байк? Есть только один способ. Ходить для вас на вылазки. Ладно, я понял. Мне надо, чтобы ты разделался с лагерем мародеров возле тех погорелых хижин вдоль шоссе Каскейд. Знаешь, где это? Да, знаю. Спрашивай, если что. Рад видеть тебя. Дэймон. Погоди-ка, я сейчас. Это здесь. Посмотрим, что тут у нас. Коуп, я отправляюсь в лагерь номадов на трассе. Что-то еще о них знаешь? Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться. Он не вернулся. Ты кого-то отправил на поиски? Ага. Парня по имени Дикон Сент-Джон. Конец связи. Точно в цель. Так, надо осмотреться. Ну, куда? Вот ты где. Да ну! Совсем ничего не знаешь? Ваши вылазки!
Где вы берете всякое дерьмо для своего лагеря? Говори! Ничего нового. Так же, как и все. Лагерь! Кого там? Копланда! Сколько там людей? Это... Какого черта ты творишь? Огонь на поражение! Хватит, хватит! Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Что? Что? Ты не... Я от Копленда. Вставай. О, Господи, спасибо, спасибо. Давай уже. Увязали за нами во время вылазки. Я не знал, что делать. Помолчи, бежать можешь? Что? Да, да. Так беги. Ну? Спасибо. Я скажу Копленду. Ты меня спас.